По традиции, в первые выходные сентября столичные библиотеки принимали участие в праздновании Дня города. В год литературы все события и мероприятия объединила общегородская сетевая акция «Прочти Москву. Гений и место». Мы рассматривали эту тему с точки зрения широкого понимания понятия «гений». Гений – это не только писатель, это не только художник, но гением может быть каждый. И не о каждом человеке как гении мы знаем. И нам хотелось бы, конечно, показать, что каждый человек может стать гением. Мы раскрываем эту тему и в экскурсиях, и в лекциях, и во встречах с писателями, и, конечно же, в наших выставках. Сотни мероприятий на площадках библиотек знакомили гостей с именами известных писателей, поэтов, художников, композиторов. Рассказывали о том, как менялась жизнь улиц, районов города, где жили творческие люди, предлагали поразмышлять над тем, как связаны гений и место. Библиотека Некрасова на своей площадке представила просветительскую программу «Дом-журнал «Современник». Ее основными событиями стали квест и тематические экскурсии, лекция Михаила Макеева об издательской деятельности Николая Алексеевича Некрасова, мастер-класс по высокой печати от издательско-просветительского проекта «Демоны печати», открытие выставки «Гений и место», посвященной московским адресам Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тургенева, Толстого, Чехова, Маяковского, Булгакова, Есенина. По материалам выставки библиотека подготовила также экскурсионный маршрут для платформы Easy Travel. Библиотека имени Вересаева, расположенная в районе Хамовники, провела читателей по следам Вересаева, Толстого, Чехова, Белого, Лихачева. В ходе экскурсии жители узнали, какие произведения навеяны Плющихой и ее окрестностями, как поменялся облик московских двориков. Мне очень нравится это высказывание «гений места». Я думаю, что место влияет на человека. Конечно. Конечно, как говорил Карамзин, любите Москву, и вам будет веселее. Мы придумали этот формат экскурсии в начале этого года, когда вот вплотную как бы занялись литературным краеведением, местами, именами авторов, которые писали об этих местах, были связаны с этими местами. Читатели наши откликнулись так, с интересом. В сквере у дома Гоголя развернулся уличный фестиваль «День города М». Москвичи стали свидетелями многообразия творческой жизни современных гениев. Сцена объединила поэтов, актеров и музыкантов. Детская программа с мастер-классами и костюмированными экскурсиями рассказала о жизни Николая Васильевича Гоголя и его современников. Гоголь, он не столько вот в прошлом, сколько в том числе и в настоящем. Гоголь очень актуален сейчас. Например, мы создали гигантскую вот раскраску, которая обыгрывает известную сценку Хармса «Опять Гоголь, опять Пушкин», которая была уже в 20 веке. То есть Гоголь перешел у нас из 19 века в 20-й благодаря этой раскраске. А потом, благодаря картинам современных художников, которые у нас выполнены на кубиках, дети могут собрать из этих кубиков эти картины так, как считают нужным, он пришел и в 20 век. Гоголь актуален как был тогда, так и сейчас. То есть вот это и вместе гения, и вместе с гением. Это как бы обыгрывает идею вот приобщиться к гению в его месте. Что Гоголь наблюдает, это чувствуется. Все, что могу на самом деле сказать, но я думаю, он не осуждает. Все гармонично, одно в другое выходит. Такая прям преемственность поколений. Если бы это был какой-нибудь дискомфорт в него, я к памятнику все время подхожу, так снимаю шляпы и с ним беседую. Вот все бы как-то загнулось бы сразу. Это началась такая новая жизнь, вот новое крыло стало работать. Сюда стали приходить интересные люди, и все стало расширяться. Обычно, вот сколько я знаю, что если происходит все как-то вот против человека, который здесь умер и написал, то все это как-то скуконивается и умирает. А здесь расширяется, я думаю, здесь будет одна из популярнейших таких, в общем-то, московских центров. Текст города читали в этот день в Тургеневке. Фестиваль объединил художественную прозу, поэзию, документальные истории, театр, кино, живопись, фотографию. Все, на что вдохновляет жизнь в Москве. Концепция праздника достаточно проста. Это текст города. Мы постарались сделать
программу, посвященную тому, как в произведениях литературы отображается Москва. Мы, в свою очередь, старались сделать все, чтобы история получилась интересной и захватывающей, чтобы читатель мог прийти на одно, задержаться на другом. Нам кажется, что все-таки это получилось, вот, мы надеемся, и, конечно, такой досуг востребован. Театральная читка текстов Толстого, Чехова, Пастернака, Шкловского, Гарсия Маркеса, Ерофеева, Сорокина познакомила аудиторию с московскими адресами персонажей разных литературных произведений. Непридуманные истории импровизации, основой которых стали переживания и ощущения жителей города, рассказали актеры плейбэк-театра «Новый джаз» в перформансе «На планете Москва». Сюда! Пожалуйста! Всех, всех, всех на наш праздник! Ура! Гостей встречает столица! Впервые в этом году ведущие библиотеки города приняли участие в городском фестивале «Яркие люди» – международном событии, объединяющем лучшие культурные и образовательные проекты выдающихся представителей творческих профессий. Там воды зыблятся светло, и города царствуют березы. Там были розы, пускай в потоках унесло. Там все, что навсегда ушло, чтоб навевать сиреньем грезы. Скажите, царское село, и улыбнемся мы сквозь слезы. Мы первый раз участвуем в фестивале «Яркие люди», и нам очень приятно, что в этом году нас пригласили на этот фестиваль. В числе других библиотек очень важно библиотекам принимать участие в таких городских акциях. В рамках фестиваля четыре именные московские библиотеки реализовали спецпроект «Литературная гостиная «Современник». Как в свое время одноименный журнал объединил лучшие писательские умы, так и «Литературная гостиная» объединила библиотеки Некрасова, Тургенева, Достоевского и Гоголя. Настроение просто чудесное, прекрасное, волшебное. Такое вдохновение, радость и, честно говоря, огромная благодарность всем тем, кто сопричастен вот к этому празднику жизни. Спасибо. С самого начала там ходим, удивляемся детским всяким мероприятиям. День города очень насыщенный, интересный, яркий. Очень приятно побывать на таком дне города. Мы уже написали стихи, послушали выступление поэта в библиотеке, так что участвуем. Мне сегодня очень понравилось. Мы сегодня видели волшебное зеркало. Спрашивали у него, какие мы красивые, оно нам отвечало. Сегодня очень понравились, играли в разные игры. Сегодня очень хороший день. Еще хочу сказать всем с Днем города Москвы.